господа, мы готовы к слету и просим вас садиться, что ваше имя безопасности. Да, по размеру. Вот только кресло вернулось. Свободники кресла опущены. Благодарю за... Thank you.
говорит капитан. Ваша информация о вашем полете сейчас мы следуем на эшелоне 11 тысяч метров, при 36 тысяч футов. Скорость относительно земли составляет 810 км в час. За бортом минус 52 градуса по Цельсию. За время полета мы пролетим над территориями Болгарии, далее Румыния, Венгрия, Словакия, Польша, Беларусь, Россия, городами Варшава и Минск. Рассчитан прибыть в международный аэропорт Матерна, города Москвы, 20 часов 10 минут. Время местное, разница во времени между Бугасом и Москвой нет. При этом, берет внимание. Пассажиры, все, Кэппен Спикинг, сам публично подал флайт, а мы снова отправим на ту сторону того травму. Питер 160, он питал драму спит. И дать номер 15 голову, цель для включения из менеджмента, это игры сельдовые. И в плане территории Болгария, Румыния, Хонгрия, Полон. Russia and the cities Bosa and Minsk. And expect to arrive to international automatic of Moscow City in 10 minutes past 8 p.m. local time. There is no time difference between Burgas and Moscow. One of it is English.
перейдете к бортовому журналу, который расположен в кармане впереди стоящего кресла. Благодарю за внимание. Ladies and gentlemen, attention transfer passengers from the Madeira Airport to international destinations. After arriving at the Madeira Airport, you have to proceed through the transfer area to pass security control and find your boarding key. Boarding key is withdrawn after the boarding on board the gate and seat pocket in front of you. Thank you for attention. Дамы и господа, мы говорим о посадке и просим вас убедиться, что ваши шлемы безопасности доступны и затянуты по размеру. Благодарю за внимание. Ladies and gentlemen, now we're in the plane. Please make sure that this is best known security fastened. Thank you for attention. Дамы и господа, внимание, трансферы пассажиров, летящих в деле из аэропорта до Домодедово, города России, рейсами S7 Airlines. В аэропорту Домодедово после прохождения пограничного контроля вас следует пройти в сектор С на посадку стыковочного рейса. Ваш багаж будет предъявлен для таможенного контроля авиакомпании и после контроля перегружен на стыковочный рейс. Если вам необходимо лично приземлить багаж для таможенного авиакомпании, пожалуйста, обратитесь к агенту в зале выдачи багажа международных рейсов для получения багажа. Благодарю за внимание. After passport control and the Madeira Airport, you should go directly to the boarding area seat. Your transfer and baggage will be present for custom declarated bag and land and the valet to the connected flight. Thank you for that.